Послушаю своего ребенка. Пошла тоже читать про это сахар. Потому что разговорчики о вреде сахара в нашей квартирке уже давно с лета от нее слышу. Ну и смотрю, что она там мед, допустим, кашку все кладет, если сама что-то готовит. И вот я так переживаю. От него же совсем от сахара не избавишься, он такой вредный. Короче, я вчера почитала статью про сахар. Реально, ребята, надо уменьшать. Понятное дело, что он нам нужен в определенных количествах, но он же и так во всех продуктах содержится. Когда мы еще сахар 3 ложечки в чай бахнули, я, правда, уже сколько, 14 лет после родов сахара вообще не пью ни с чаем, ни с кофе, но все же. А он у нас везде. И в хлебе, и в чем там еще, я не знаю, везде его как консервант используют. Даже в консервах же он.